Я так-то мисс Гео участвовала. Сверху мазик, потом сыр. Приходишь и долбишься. Господи, какие у них тёлки страшные. Я сейчас просто выпендривалась. Ешь, Лялись! Мне, знаете, сколько слов ласковых вслед летело? Вообще куча! Меня зовут Еремеева Наталья, я студентка СГУ, активистка в университете, занимаюсь много чем, учебой, ну и, конечно, творчеством. В основном в творчество входит эта журналистика, являюсь руководителем направления журналистики своего института и участвую в концертах, конечно же, помогаю в организации своего же концерта. Вообще много чего перепробовала, знаете, вы, мне кажется, столько не пробовали, сколько я перепробовала, но главную роль мне не давали ни разу. Ну, а потом я просто в бодике выступала на концертах, пока мне не доело смываться по 3 часа в душе. Сложно ли было поступить? О, это вообще интересный вопрос. Короче, тема такая. Друзья, я не знаю, как вы к этому относитесь. Когда ты чего-то очень сильно хочешь, лично у меня так в жизни, тебе это нифига не достается. Как ты забил на что-то, и в итоге тебе все, Надь, пожалуйста. И ты поступил. Я поступала в 15 году, безумно хотела поступить. Очень хотела поступить в СГЭО. СГЭО, вот это да, огонь. И в итоге поступила в медицинский. Я отучилась год в медицинском. И ради самоутверждения даже какого-то подаю на следующий год документы. Просто закинула, ну и все. Лежу, никого не трогаю. Просто думаю, что, ну, просто потешить свое самолюбие. Поступлю или не поступлю. И мне звонят: добрый день, вас беспокоит приемная комиссия СГУ, вы попадаете в первую волну на бюджет, вы донесете свой оригинал. И я такая думаю, ну вот какого, ну вот вообще это надо было. И все, и в итоге было очень много метаний, я перепоступила, ушла в СГУ. Потом через год всех моих смены перевели в СГУ, но без потери курса. В общем, интересная история, но мне было поступить в СГУ несложно, вообще легко. Вообще на изи такой, взял, принес документ, ушел, забил, и тебе звонят еще. Вот. Чему можно научиться в СГУ? У нас нормальное образование, если что. Если что, мы не только там бегаем, прыгаем. Если учиться, то можно... Короче, каждый в универе у нас берет то, что он хочет. Если ты хочешь образование получить там и участвовать в конференциях, супер, куда-то ездить, и практики, стажировки проходить, пожалуйста. Если ты пришел за диплом и параллельно веселой жизнью, ну, иди занимайся творчеством. Творчество вообще супер помогает. У нас половина выпускников, ну, не половина, большая часть. Они занимаются прям вообще другими профессиями, но вообще кайфуют от жизни. Но, не знаю, классно. Сложный вопрос, знаете, почему? Потому что, ну, через 2 месяца ты уйдешь, и я не знаю, чему я научилась. За что ты любишь свой универ? Ну, за свободу творчества, наверное. И за то, что ты можешь заниматься своим любимым делом параллельно с учебой. Это самый большой плюс. Вот. Все. Какую пару ты бы ни за что не прогуляла? Да у нас все можем так-то прогулять иногда. Вот нам все допускают пропуски. Ну, можно пропустить. Смотря для чего. Какая твоя цель? Ну, короче, где автомат и где, типа, должны стоять все эти ради галочки, вот туда бы, наверное, пришла бы и ушла бы. А все остальное договориться можно. Это только этот. Если что, договориться в плане потом задание сделать, отработать, это все как бы да. А просто договориться, ну, это как вы сможете. Что тебя бесит в универе? Я же сейчас скажу, а мне же потом диплом защищать. Но если мы говорим так, надеюсь, что СГУ никто не увидит, но есть просто моменты, когда от тебя что-то требуют, а взамен не дают. И вот есть времена, пары, преподаватели, которые что-то от тебя требуют, а по факту сами, ну, ни хрена ничего нет от них. Ну, просто вот они, просто люди, которые пришли и что-то от тебя требуют. И ты такой, а сфига ли вы требуете только с меня, если сами ничего не даете? Ну, как правило, что требуешь, давай что-нибудь, не даешь, не требуй. Как не слететь со степухи? Учиться. Ну, просто учиться и сдавать. Нет, есть приемчики. Но вы знаете, типа, из разряда, что если ты не сдал экзамен, вы, может быть, тоже знаете, у вас есть такая схема. Просто берете справку о том, что вы болели или еще какую-то, и вас переносит эту пересдачу. То есть вы, в принципе, можете доздать. То есть у вас нету... Как это называется? Я ни разу так не делала. У меня всегда все закрывалось, потому что классная девчонка, которая все успевает. Все. Все, кроме того, чтобы что-то запомнить. Есть ли у вас в туалетах туалетная бумага и мыло для рук? Туалетной бумаги нету. Вот поэтому, если вы придете в гости в СГУ, берите с собой салфеточки сухие. А мыло...
Но это очень тоже редкое удовольствие, если какое-то очень масштабное мероприятие там или еще что-то. Ну, то есть тогда, когда нужно показать уровень, ну, мне кажется, так везде. То, может быть, вы найдете, но не факт. Что самое вкусное в столовой? Самое вкусное – это у нас курочка, филе куриное. Блин, я забыла, как называется, но, в общем, куриное филе. Там потом помидорка, сверху мазик, потом сыр. Это все запеченное. Ну, может быть, не стоит тех денег, что оно стоит, но, тем не менее, очень вкусное. Про цены в столовой – это вообще отдельная история. То есть что-то есть прям однозначно, то есть дешевое. А что-то, например, может быть дороже. Например, салат, который там вообще даже одну ложку съешь, а он стоит там под 50 рублей по факту. За что могут отчислить? Блин, чтобы отчислиться с ГЭО, ну это капец, надо быть каким дебилом, мне кажется. Ну, серьезно, нужно просто вообще не приходить. Ну, просто вообще не приходить. То есть забить полностью, и потом тебя отчислят. А по факту, если ты приходишь, если ты появляешься, то ты уже молодец. Я слышала, что в каких-то универах есть такая глупая штука, что за... или есть, или просто говорят, что за непосещение могут отчислить. Бред полный. Типа, ты, если ты даже не ходишь, ты пришел на экзамен, сдал, ну красавчик, вдруг ты вообще, не знаю, мегамозг, почему нет? А если ты ничего не сдал, ну все, до свидания. Типа, за... только за учебу, и все. Как попасть в общагу после отбоя? Приходишь и долбишься. Ну, в смысле, стучишься. Ну, поняли, да? Стучишься, выходит охранник, который: где шлялись? Пожалуйста, простите, я с работы. И все, и такой ты заходишь, на тебя еще сзади крик, ор. Вот, хотя они не должны так делать, но ты прям стучишься. Мне, знаете, сколько слов ласковых вслед летело? Вообще куча. Если ты там живешь, то тебе проще попасть. Если ты там не живешь, вот, то не знаю. Блиц. Почему вы постоянно выигрываете студвесну? Ну, потому что мы классные. Зачем вам общаги в другом конце города? Может быть, просто здание было свободное, когда они думали, какое можно еще для под общагу. Я не была ни разу в той общаге, которая на другой стороне находится. Я вообще не знаю, как люди там живут, потому что это принцип общаги в том, что тебе ближе становится. Поскольку скидываетесь на стеме? Скидываются каждую неделю, каждый понедельник, там по 100 рублей. Вот, и того, сколько людей скидывается так. Кто может, кидает больше. Кто может, там кидает с повышки еще больше денег. Спонсоры, все дела. Но спонсор найти не так просто, особенно чтобы он тебе денег нормально дал. В прошлых годах было по 500 рублей в месяц, мы скидывались каждый человек. Итого получалось, ну, в районе 2000, потом докупали все это. Номера себе покупают, докупают костюмы, те же самые штуки всякие разные. Ну и поиск. Все же знают, что Инстаграм – это вообще кладезь, где можно найти любую вещь, кого-нибудь стрельнуть. Вот примерно так выживаем. Сколько у тебя стипендия? В том семестре мне дали повышку. Но она составляет, по-моему, 9,5. И в совокупности приходило 11, ну, 11 чем-то. Ну, 11500 где-то приходила стипендия. Но суть в том, что это не фиксированная сумма повышенной стипендии, если мы говорим о повышках, потому что стипендиальный фонд разный, количество людей, которых берут, ну, которым одабривают повышенную стипендию, разное. И, собственно, этот фонд делится на количество людей, и так получается сумма стипендий. Кем ты будешь после окончания? У меня хорошая специальность. Специальность логистика, менеджмент. В принципе, хоть куда. Ну, то есть, в любом случае, можно пойти. Но мне хотелось бы уйти в более творческую какую-то сферу. Я не знаю, как сложатся обстоятельства, я не знаю, кем я буду по жизни, вот, но хорошим человеком. Сколько будешь зарабатывать? Ну, логисты зарабатывают от 20-30 и до смотря в какого, где ты работаешь. Смотря город, компания. Но в целом и по 70, и по 80 логисты могут зарабатывать. Но это, блин, ну капец, как много надо работать. Я не знаю, буду ли я работать там. Но по специальности от 20-30, ну как все стандартные экономисты, менеджеры. Совет для студентов. Студенчество – это самое крутое время, которое реально может быть. И самое важное – это взять то, что ты хочешь, понять, что ты хочешь, и этим заниматься. И только тогда тебе действительно годы не пройдут напрасно. Если ты хочешь заниматься наукой, занимайся наукой. И у тебя все будет круто. Ты реально будешь зарабатывать хорошие деньги. Если ты не хочешь заниматься наукой, пришел ты ради галочки, блин, занимайся чем-то другим, не универа. И тогда у тебя все будет классно. Если ты хочешь заниматься творчеством, занимайся. И тогда ты найдешь себе работу по творчеству, учитывая то, что у тебя будет образование экономическое. И ты будешь очень крутым специалистом тоже в той сфере. Просто в студенчестве есть время, когда ты можешь действительно потратить на себя и на саморазвитие. Просто саморазвиваться. Вот. Себе надо было бы такое на первом курсе сказать.